Привет! В эфире ваш путеводитель в мир отличного настроения. Сейчас мы вместе убедимся, что культурно провести время можно, не выходя из собственной квартиры. Театры, музеи, выставки, причем со всех концов света, доступны онлайн. Подробнее в нашем обзоре прямо сейчас. Поехали! Самарские театры, пользуясь случаем, делятся закулисными историями. В официальной группе театра драмы в социальных сетях актеры ведут специальные рубрики «Мастер в деле» и «Театральные тайны», в которых рассказывают, как создается спектакль, а также делятся секретами перевоплощений. В группе также доступны записи спектаклей. Самарт продолжает онлайн-трансляции. На этот раз в пятницу «Счастливый Ганс». А в рубрике «Самарт 90» артисты рассказывают об истории любимого театра. В воскресенье в 15:25 смотрите трансляцию спектакля театра «Грань», «Вол» и «Осел при яслях» на нашем телеканале. Напомню, что «Самара ГИС» – телеканал с социальной ответственностью. Мы не остаемся в стороне от сложившейся ситуации и продолжаем радовать телезрителей. Каждые выходные трансляция новой театральной истории. Самарская площадь в субботу покажет онлайн-ревизора. Нашумевшая постановка показывает главного героя иначе, чем его представляли раньше. Увидеть можно в 7 вечера. В театре оперы и балета проведут трансляцию классического «Щелкунчика» в пятницу. А в воскресенье покажут концерт в рамках цикла «Встреча со зрителем». Начало трансляции в 18:30. Бесплатный доступ к своим спектаклям открыт и в Баварской опере. Трансляции сохранены на официальном сайте. Занять не только себя, но и позаботиться о досуге детей. Фоксфорд открыл бесплатный доступ ко всем курсам на время самоизоляции. Они доступны на официальном сайте. На этом все. Проведите свободное время с пользой, позаботьтесь о себе и своих близких и оставайтесь дома. Всего вам доброго. До встречи.